Симаков в полном составе Северсталь. Прострел вдоль ворот, Строка не успевает к этой передаче. Еще один прострел. Очень опасно здесь бросок. Кошечкин спасает свою команду. В него приходится этот бросок в упор. Федосеев вышел за скамеечки для штрафников. Сразу пошел вперед. Попытался бросить. А поворотом несколько секунд буквально остается до сирены, которая констатирует итог первого периода. 2-0 Северсталь выигрывает у автомобилиста. По истечении первой трети матча смотрим еще повтор опаснейшего момента, одного из самых опасных у Арпаселя Кошечкина в первом периоде. И на этом уходим отдыхать.